И я хочу немножко остановиться на том моменте, где было зачитано братом Димою, 3 глава Филиппийцам. Впрочем, братья мои, радуйтесь, Господи, писать вам о том, что о том же для меня не тягостно, для вас, а для вас назидательно. Берегите псов, злых делателей, что в церкви ходили помежду родами собаки? Нет. Заметьте, как прямо апостол говорит, называя братьев, сестер, которые в церквах псы. Берегите псов. Будьте внимательны. Берегитесь псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезаний. Сегодня многие из наших славян приехали в эту страну, я знаю, приняли это обрезание. Это религия, это обряд. Если принял обрезание, то уже Христос напрасно страдал. Не нужно это. Берите ослов, козлов, калите, режьте, мажьте, цепляйте эти китицы, хватайте за эти узлы. Давайте по закону. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более обрезанный, восьмой день. Он там перечисляет, и он говорит, я ревнитель, по ревности гонитель церкви, по правде законный, непорочный, но что для меня, перечислил себя, кто он. Но что для меня было преимуществом, то я почитал за идеал. Да? То ради Христа, ради заметьте Христа, я почел щитою. Я на страницах Священного Писания нахожу и хочу показать 2-3 мужа. Первый муж, Моисей, захотел лучше страдать с народом Божьим, и он посчитал это преимущество лучше быть с народом Божьим, чем в Египте, в изобилии. И второй муж, мы только что слышали, я как раз об этом и хотел говорить сегодня. Я немножко буду сейчас напоминать, но слава Богу, что брат прочитал уже, Женя. Мне легче, мне меньше, сокращу время. И в этот момент Бог избирает второго мужа. Заметьте, брат Славик передо мной читал. И я немножко хочу это самый, я бы сказал, момент тот, который в нас на странице еще написания и для меня, и для каждого из нас говорить, откуда идет начало. То есть для нас новозаветник. Помните, когда Христос был на этой низкой земле, и кто скажет, что Он сделал в Гефсиманском саду? Молился. Первое. Он муж молитвы. Да? Но еще не все. Заметьте в этом. Молитва его. Я читаю молитву, это Луки из 22 главы. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Сам отошел на вержение камня и преклонил колени, молился, говоря, Отче. Помните, когда-то я говорил проповедь, что именно почему он назвал его Отче? Чтобы слышал мир, слышал дьявол, что он показывал, ну где же ты же, сын его, добровольно пришел на землю, добровольно согласился пришить на землю для того, чтобы исполнить волю пославшего отца. Так написано. Я послал исполнить не волю свою, но волю пославшего меня отца. И когда он был на этой земле, дьявол показывал, ну где же отец? Почему тебя ожидает, смотри, что? Предательство. Он знал это. И здесь бы он мог бы сказать, он имел на это право сказать,
Господь или Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ты живой. Но она объявляет, как сегодня важно, как я молюсь, как я говорю. Мы слышим, что именно когда в одни ветхозаветные и в одни вот здесь и Неемии и других моментов мы читаем, или Ветхий Завет, много было имен Иисус. Людей. Но как важно то, что подчеркнул Сын Божий. Он объявляет: знай, дьявол, ты говоришь, что где же, кто же он тебе? Он говорит: Отче, аминь. Победа, поражение, смерть. Ты показываешь мне, что же ждет тебя? А он говорит, говоря: Отче, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня. Не вопрос, заметьте. Отче, если бы ты, восклицание, торжественно, победоносно, победа, поражение дьявола, Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, но она не придет мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Дальше я не буду останавливаться на этом месте Писания. Я хочу остановиться на том сейчас немножко прочитанном, что сегодня было прочитано о Неемии. И знаете, когда эту тему Господь давал, я некоторые моменты даже записывал. И он, чему я сказал о Иисусе Христе, он начал отсюда. Моисей сказал, что я лучше страдать буду с народом Божиим. Апостол Павел сказал, что было для меня преимуществом, то ради Иисуса Христа почитал щитою. Неемия. Он был того времени, слышали, было прочитано, носил вино, подавал вино. В сегодняшнее время, если взять пост того времени Неемии в доме, в дворе царском, это премьер-министр. Это был занимаемый пост Неемии. И вот здесь Богу нужен, Бог смотрит, что, заметьте, что было прочитано, стены побитые, проломленные, но были ли внимательны, сколько раз там было ударение ворота сожжены. Сатана знает и знал, что Иерусалим, Иерусалим – это Божий город, Божий народ. И не через стену, и не другим путем, но Бог ходит через ворота, ходил Бог Авраама, Исаака, Иакова, входил в Иерусалим. И ему нужно сжечь эти врата, чтобы он не зашел, чтобы их не было. И заметьте, что сказал Господь. В слове своем. Смерть. Где твое жало? Ад. Где твоя победа? И дальше. И врата ада не одолеют ее. Заметьте, есть врата и в аду. И именно здесь он сжигает врата, чтобы не было места войти Богу в Израиль, в Иерусалим. Сегодня дьявол сжигает эти врата мои. Мы часто думаем и можем сказать, а что это за врата? И почему там напомнуто, ну просто стена, ну просто ворота, ну просто история? Дорогие мои, нет. Нет. И еще раз нет. Я прочитаю. И еще, чтобы было более доступно, понятно. Вы знаете, когда... Мы слышали, и Женя читала это место тоже. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и сми в чудный свой свет. Некогда не народ, а не народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные.
возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Заметьте это слово. Было напомнено о этом молоке. Как мы его любим, как мы его жаждем. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И вот здесь эти врата Бог показывает новый род избранный, царственное священство, царственные цари и священники, так написано. Царственное священство, люди, взятые в удел. Теперь стоп. Какой? Удел зла, удел клеветы, удел поношения, удел осуждения, удел пустословий, удел смехотворства. Какой удел? В каком уделе я сегодня? Люди, взятые удел. И читаем и также послание Коринфянам, мы находим тоже там такое место. Вы храм Бога живого, да? Вы храм Божий. И если кто разорит его, того покарает кто? Бог. Давайте, помните, я говорил на эту тему о храме. Была одна из проповедей. Я говорил, вез Иисуса в Иерусалим. И когда он въехал, подошел там, и он увидел там что? Возле храма. Я кратенько так. Продающих, покупающих, меняющих, торговцов, миновщиков и так дальше. Но это же был храм. И он ушел туда, и многие взяли это место, что единственный раз в жизни, где Христос был сердитый. Нет, это ложь. Он увидел мерзость и запустение в храме, и он дом мой, домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников. Скажите, а что там, хоть одного в храме вынесли из этого храма мертвым, побитым? Нигде не написано. Но обижали, убивали, смеялись, насмехались в этом храме над многими. И он пришел, перекинул, выгнал, очистил. И будьте внимательны. Я хочу говорить о вратах. Как он вошел? Он вошел через врата в храм. Он вошел и увидел врата. Это врата, о чем идет речь, сожжены. Сожжена совесть, стало страха, не стало ревности, не стало жажды, беспечия, равнодушия. И когда человек сожжен его совестью, он может что угодно делать. Эти врата сожжены. И туда, там уже туда Господь не может зайти в это сердце, в этот дом, в эту семью, где потерянный страх Божий. Где нет желания, где нет благовения, а Бог сказал о Неемии, это муж, боящийся Бога. И он говорит, это муж молитвы, Неемия. Это муж, который был в воле Божией, и это муж, который хотел исполнить волю Божию. Вы слышали период времени, когда он услышал это, весть пришла к нему о том, что произошло с Синою, он 6 месяцев. Молился, а Бог показал, что не только молился, но он был в посе. Он был настолько в посе, в переживании, в молитве, о народе, о братьях своих. Помните, прошлое воскресенье я читал место, и там был такой момент, что отдали, потеряли что? Братский союз, потеряли родство, и братьев отдали куда? В плен. Отдали в плен. Что сегодня происходит? Все равно, что происходит в церкви, что происходит в народе, какое духовное состояние церкви. Сегодня людям все равно. А Бог смотрит, почему сегодня, именно в этот момент, Он обращает внимание на меня и говорит, вы род избранный, особый, необыкновенный, взятый в удел. В каком уделе я?
Неемия, когда он услышал, увидел приходящих, оборванных, пришел, увидел этих нищих, этих бедных, которые выбежали к нему, пришли, сказали, что вот такое с городом осталось. И Господь говорит, обрати внимание, что первое – это сожженный вход, ворота. Дальше разрушение стены. И если зашло неправда, зло, раздражение, гнев, осуждение, обида, дальше будут стены валиться, строение. Дальше не будет строения. Дальше не будет, потому что он, это сожжено. Если сожжено, они открытые, а туда уходит все, что может. Все. И знаете, когда люди сегодня не обращают на это внимания, они думают, ну это так просто так, вышло слово, выслушало слово. Нет, это не просто так. Просто так ничего не бывает. И здесь я читаю это Коринфянам, что вы знали, что апостол Павел говорит мне и вам. Это 4 глава в первом послании. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорить храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Я, мы. Скажите, мы слышали сегодня о Неемии, сегодня о Иерусалиме, о стене. Храм имеет стены, правда? И имеет ворота. И вот он въезжает в ворота, кто сей? Царь славы, помните? Царь славы. Сатана знал, что в эти ворота должен въехать царь славы. Сатана знал, что должен родиться Мессия, Спаситель мира. И никто иной, как он, должен войти в эти ворота. Царь славы, имя которому чудный, имеющий державную силу и власть. Но я не допущу этого, чтобы туда вошел царь славы, что там было в Иерусалиме торжество, что там было спасение Иерусалима. Я разрушу, я сожгу ворота, я разрушу стены. Сегодня то же самое. Вы храм Божий, кто разорит его, то покарает Бог. Дьявол знает, что скоро грядет Христос за церковью, а мы храм Бога живого. И он сегодня сжигает эти ворота, сжигает эту совесть, эту страх, сегодня делает грех и не имеет насытимости, не имею сочувствия. Сегодня делают грех на грехом, сегодня обманывают друг друга, говорят ложь, воруют, даже церкви воруют. Почему? Потому что он знает, что ворота сожжены. Если мы сегодня думаем, о, а я ничего не знаю и не хочу знать. Я хочу спасения, но сегодня мы слушаем не просто так. Это место Священного Писания мы прослушали не просто так. О, Неемии, это не просто так. Бог сказал, это Моисей был муж, который не захотел остаться там, муж молитвы, муж желаний и муж воли Божьей. Неемия. Муж молитвы, муж желаний и муж воли Божией. Если бы не Неемия, представьте себе, он находится на хорошем посту, он находится в хорошем месте, он находится там. И он находится на том месте, где ему ничего не надо. Слава Богу, что меня Бог освободил, как я часто слышу. Слава Богу, что мы сегодня в Америке, ну и там не на Украине или Белоруссии, где сегодня много есть нужды материальной. Но я хотел бы сказать, что прежде всего, мы должны за все, написано, за все благодарите. За все. Я хотел бы сказать, что там много любящих Господа, искренних, жаждущих, народа Божьего, который ищет Бога. И мне, знаете, стало однажды очень не по себе, или как сказать, страшно. За нас, славян, за нас, украинцев, когда я был там, и Бог сказал, иди и говори, зови этих по изгородях. Ибо те, которые в церквах, члены церквей,
они ритуально, религиозно ходят в церковь, участвуют в преломлении, но никогда не задумывались о своем духовном состоянии. Когда я видел, когда я беседовал с ним, когда я молился так, что не хотел встать с колен, когда я читал, что не мог оторваться от Слова Божьего, когда для меня было Слово Божие живо и действенно, когда я читаю Библию, я вижу его, я слышу его, я слышу, как он нежно говорит со мною. Когда это было? Когда? Скажите, когда в моем состоянии, в моей жизни такое было? И Бог говорит, иди и зови. Они занимают места тех, которые в церквах не имеют нужды в покаянии. Страшно. Я увидел также, я был, тоже увидел эти цыганские табора, которые сегодня все больше и больше принимают Бога. Все больше и больше принимают Бога. Я увидел в этих цыганских таборах действие Духа Святого, благодать. И Господь отвечает, и Господь благословляет. Какая ревность, жажда. Преступники, убийцы, пожизненно заключенные сегодня радуются в Господе, поют Духом, молятся Духом. А мы приходим в служение, нас, как написано, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть. Есть! Не будет, заметьте. Там не написано, что будет. Есть! Псалом. Есть он? Когда вы сходитесь, у каждого у вас есть. Вы знаете, это очень, очень нужное слово. И я бы хотел, чтобы сегодня даже его... Я бы хотел, чтобы Господь коснулся моего и твоего сердца, чтобы у меня был этот псалом. Есть откровение. Не есть пророки, а есть откровение. Это личное, это индивидуальное. Есть слово. Лично. Бог сказал. Бог лично открыл. Бог лично говорил. Скажите, у меня оно есть сегодня? Вы храм Божий. В храме живет Господь. Но почему у меня сегодня этого нет? Давайте задумаемся. Кто сегодня виноват? Если я могу, может, обвинить или сказать на кого-то, что, может быть, мне сегодня виновен пресвитер, или проповедник, или какой-то брат, что я имею мир с Богом. Но здесь не написано так. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение. Будьте внимательны. Есть, за поучением идет язык. Заметьте, не языки, а язык. Много сегодня языков. На один язык Духа Святого. Огненный язык. А язык любви. Язык благословения. Не проклятия. Не зависти, не осуждения, но благословения. Есть псалом, есть язык. Скажите, у меня есть? Мы думаем, что это идет заговорение на иных языках. Нет, нет, братья и сестры. И здесь на языке Божьей любви, Божьем языке, как говорил Христос. Трости надломленные не преломил, ни окуражчего не угасил, на улице не слышал его голоса никто. Вот язык. Есть откровение. Если бы это было через сосуда, то Бог сказал бы здесь через апостола Павла, и через рабов моих я дам вам откровение, видение, пророчество. Да, я согласен с этим. Но здесь идет речь, есть откровение. Лично каждому. А мы сегодня знаем все телефоны пророку, им все нас не устраивает. Все не так. Все не так, как я хочу, чтобы мне было. Мы сегодня привыкли, чтобы Христос был нас как... исполнял наши прихоти, наши хотения. Иисус, дай мне вот это, дай мне вот это, помоги мне в этом. И все ему дай, дай, помоги, сделай. Я буду славить. А задумаемся, как мы грешим этим, что мы не оценили то, что дал мне и тебе Иисус.
спасение, назвал своим, не чужим, простил грехи мои и говорит: ты сын мой, ты дочь моя, чем я лучше миллионов людей, окружающих меня? И знаете, смотря на этих заключенных, никого в роду нет, многие есть верующие. И я смотрю на них и думаю: Господи, что я сделал? Не раз говорил, там плакал. Что я сделал доброго, что я родился в семье, где мама и бабушка молитвенники? И ты открылся мне. Но за них никто не молился, они даже не знают никогда, не слышали, есть такие. А если слышали, то где-то так, между прочим, на пересылке или какой-то зоне. Но сегодня я сказал: Господи, прости, что я не ценил. Что я не ценил. Что я не слышал Тебя. Помните, я говорил о том доме для системы инвалидами. И мне очень врезалось в память. И знаете, я всегда, когда что-то такое происходит, я на картину вижу их, как они радуются и славят Бога. И говорят: мы благодарим Бога, что мы от их возиках можем славить Бога. Руки не работают. Многих кормят, многих переодевают, меняют. Они тоже благодарят Бога. А мы имеем руки и ноги, сожженные совестью, сожженные ворота, и не славим Бога. Нет псалма, нет языка, нет наречия, нет этого. Я имею в виду Божьего. Прославить Его: Отец, я вижу милость Твою, я вижу заботу Твою, я буду славить, я буду петь Тебе, я буду восхвалять Тебе. Все не так. Все не так. Есть поучение. Есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Видите? В этот храм, в этот город, в этот стены они построены сегодня. Я бы хотел сегодня, я сегодня хотел бы вместе с вами склонить наши сердца к молитве и сказать Богу: Господи, а у меня ворота тоже сожжены. Мир для меня не чужой, свой. У мира много друзей. Язык мой не тот, о котором ты сказал, а мой язык длинный по колено. Всех осудить, пересудить, оклеветать, поносить. А ты сказал: есть язык, когда вы сходитесь, есть. Есть псалом, есть. И вот здесь Бог в Неемии, заметьте, что Он говорил. Он первый молился: прости грехи наши отцов наших. Помните? Он знал. Это муж желаний, это муж молитвы, это муж Божий, которого Богу смотрел. Неемия, ну что тебе, мало в том царстве, ты премьер-министр, ты богатый человек, ты видный человек, ты хорошо устроенный, ну ты молись там себе. То он пост, молитва. И заметьте, как он молится: мы стали преступны пред тобой, не сохранили заповедей твоих, заповедей, уставов, определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Он не сказал, что отцы мои. Он не сказал, что дедушки мои, мы, я. Я выше немножко возьму. Да будут уши твои внимательны, то есть я 5 стиха возьму. Когда он услышал, он сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился, молился пред Богом Небесным. Заплакал, сел, заплакал, печален был несколько дней. А дальше пишет: и постился. Что плакал — несколько дней, а что постился — не описано, сколько дней. Но на протяжении этих дней, в течение этих 6 месяцев, он много дней провел с них в посте и в молитве пред Богом. В разрушенной стене, в осужденных вратах. Видите, промысел сатаны был таков: сжечь, и он был доволен, что придет Христос, Иерусалима нет, стены развалены, врата сожжены, ему некуда входить.
Сегодня то же самое дьявол говорит. Если Христос придет, церкви мои разрушены, церкви модернизированные, сегодня вместо хоров в группе прославлений, сегодня там это бесовская музыка, сегодня там нет желания служить Богу, сегодня нет исполнения Святого Духа, сегодня не действует Дух Святой, сегодня нет благодати, сегодня нет откровений, сегодня нет видений, сегодня не говорит Дух Святой, не указывает, не нужен им. У них есть устав. У них есть регламент, у них есть положение свое, они решили так, они знают так, дорогие мои. Почему я об этом говорю? Потому что Бог открыл, говорит, ты должен и будешь говорить до последнего момента, когда придет за церковью, когда ты будешь биться, твое сердце, ты будешь говорить, если ты в воле моей, в деле моем. Неемия не перестал, Неемия не замолчал, но покуда не была построена стена, Неемия стоял, Неемия молился. И заметьте, что было прочитано, что там эти молодые люди, эти строители, представьте себе, в одной руке мастерок, а в другой что? Меч. Строили. Это разрушенная стена. Это нужно было заделывать, это было восстановить его. Это и строить нужно. Сегодня не так легко строить. Сегодня не так легко это строить. И вот здесь этот Неемия, он сказал, куда услышал, он говорил: Господи Боже небес, Боже великий, страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны. Будьте внимательны к молитве. И очи твои отверсти, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою. Такой великий человек день и ночь молится перед Богом. За кого? Ты же вообще туда не прикосновен, ты тебя не касается. Ну, они заслужили этого. Пусть. Это, слава Богу, как часто молятся, что это не в моем доме, не в моей семье. Ну, там Бог знает, что делает в том семье. Дорогие мои, если мы не так, то мы не церковь Христа. Церковь Христа – это тело Иисуса Христа. Так написано. Это живой организм. Это не организация. Это не общество людей. Это живой организм. Вы, кажется, порознь члены, но вы тело Иисуса Христа. Если болеет этот палец, болеет все тело. Почему? Если бы один член, меня не болею я за него, я не переживаю, я осуждаю. Почему? Потому что я мертвый. Не все равно. И вот здесь он молится, видите, как человек молился. Я день и ночь молюсь перед тобой о сынах Израилев, рабах твоих, исповедуюсь во грехах сынов Израилев, которыми согрешили мы перед тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Казалось бы, Господи, но я благодарю Тебя, он мог так иметь право помолиться, что Ты сохранил меня и дал мне возможность не быть там и это пережить. Ты вывел меня оттуда. Я сегодня нахожусь в прекрасном месте. Но он говорит, я согрешил, я и дом отца моего. Человек, который в воле Божией, человек в молитве, он не будет искать кого-то или радоваться чьей-то болью, слезам или горю. Никогда. Он будет только молиться. Он только будет говорить Богу. Время остановить, Дима. И мы сегодня стоим в это время перед Богом и говорим: Господи, а кто же я? Неемия, он строил, и Неемия восстанавливал. А кто я? Для чего я? Я буду заканчивать. Я думаю, что в следующий раз я эту тему, даст Бог жить, зачитаю, или мы продолжим, потому что это очень важная тема. Я бы хотел остановиться, что строили стену, пробоину. Первые кто? Там не первые, а тоже строили кто? Священники, левиты. Помните? Читали, слышали? Сегодня священники и левиты, видите эти пробоины? Даже не хотят смотреть. Им некогда. Это не их дело. Они более важнейшими делами занимаются, чем за делом. Они стены. Им другое, им это не нужно. Видите, какая сегодня
постройка или ремонт, или восстановка. Им это не нужно, они большие дела делают. Мы сегодня мировые дела, мирового значения. А Бог говорит, что здесь и священники, и левиты были задействованы. И дальше, за ними Садок. Я пропускаю. И заметьте, что этот человек начинал молитвой, муж молитвы. И он и закончил свою жизнь тоже молитвой. И дело закончил молитвой, и жизнь его была закончена молитвой. Я только некоторые моменты. Зачитаю его молитву, 19 стих, 5 главе. «Промени, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего». 14 стих, 6 главе. «Помяни, Боже мой, Товию из Санвалата по сим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Тоже молитва. Он не сказал «накажи», но он сказал «помяни». И сказал левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, которые восстановлены, левиты. «Дабы святить день субботний, и за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Казалось бы, Неемия, ты все сделал. За что тебя щадить? Почему? Неемия, он сегодня передо мной стоит, как тот брат, который стоял в проломе за народ, за братьев своих и сестер своих. Он стоял там, и он знал, как он сказал, Господь, почему я говорю, он так молился, потому что в строительстве, в ремонте не обошлось без трений, сопротивлений. Вы слышали, что там были и те, которые угрожали, смеялись. И не думайте, что все... Иудеи были так поддерживали Неемию, ох, молодец, вот наш человек, вот наш брат, и мы будем поддерживать. Там были те, как и Вадим Моисея, зачем ты нас вывел, что мало гробов было в Египте. Там были и такие. И Неемия знал, что он им говорил, и может, как человек, он когда-то сказал им. И он говорит, по великой милости твоей, он говорит, Боже мой, пощади меня по великой милости твоей. Он знал, что Богу такие вещи не нравятся. «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Давайте мы также станем сегодня пред лицем Божьим и скажем, «Отец мой, я сегодня пред Твоим лицом, я сегодня нуждаюсь в Тебе». Давайте зайдем в Гефсиманский сад, там, где на вершине камня, он тоже молится. Отче, помните? Отче, этот муж молится, помяни меня. Господи, Боже мой, вспомни, помяни, Боже мой, пощади меня. Но Сын Божий, который пришел на эту низкую землю, и там в этом Иерусалиме, и там в этом Гефсиманском саде, он молится, который был разрушен из стены, которые были сожжены ворота, там преклоняет колени, есть такой псалом, и тебе земля, прости, что земля тебе потеряла эти ржавые гвозди, вот так я приняла, вот так я приветствовала земля. И там, на этой земле, который там через эту Неемию был восстановлен Иерусалим, там, где пришел в этот Иерусалим Иисус, и по этим улицам ходил это Иисус, тот, который дьявол боялся, что он в ворота не зашел, он сжигал эти ворота, он разрушал эти ворота, он разрушал эти стены, чтобы туда не пришел Мессия, Спаситель, но он пришел, и он со всем этим пришел, и он совершил миссию, которую должен был сделать, он исполнить волю пославшего Отца. Сегодня Господь
Господь хочет, чтобы ты и я, в эти стены разрушенные, эти обвалины за обвалинами, церковь все больше и больше наркомании, все больше и больше разврата, все больше разводов, все больше беды и слез, все больше горя. Не смотрите на сожженные ворота, не смотрите на разрушенные стены, но скажи: Господь, Боже мой, прости меня, очисти меня, помилуй меня, а я буду строить в одной руке меч, а в другой буду ложить, строить, заделаю стену, а я буду поститься, а я говорится, я знаю, что этот храм мы, а храм должен быть свят, но сегодня там сожженные ворота, сегодня много мира, сегодня много зла, сегодня много осуждений, сегодня много слез, мы ищем сегодня, кто бы меня понял, кто бы сегодня посочувствовал на этом месте Иисус, аминь, который говорит: Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, ты ищешь сегодня, но сегодня стены разрушены, сегодня врата сожжены, а я Господь, Бог Саваоф, аминь, живой, я воскресший, я реален, я верующий, я знающий, я реально отвечающий, приди ко мне как есть, и я дам помощь тебе, аминь. Склоним наши колени.